держаться. Морковка? А морковка? Ляля. Ляля. Пошли готовить, папа. А кто у мамы в кармане сидит? У мамы в кармане сидит. Ну, попробуем. So far he's quiet. That's all I needed from him, to be quiet. I'm sure I can do pretty much all kind of household work like that with him. Маркушка? Маркушка? Потому что ему уже скучно в этих ходиках своих. Он уже все. He's through with them. You know that? He can do them like for 15 minutes and then he has to like switch what he's doing. It was fast. Yeah. Тебе нужно помешать лук? Помочь? Mm. Маркушка! Маркушка! Маркушка? Кто у мамочки в кармане сидит? Как кенгуренок маленький. Как что? Как кенгуренок маленький, говорит. Yes, yes. Ну, ладно. Женщины в Перу делают это. And they get all their stuff done. He seems to be comfy. Что-то у меня тут только тает. Надеюсь, что ему не очень пережимает ноги. Тебе грудь не жмет здесь вот? Don't worry about me. Я просто думаю, что... надеюсь, ему не сильно там пережимает ножки. No. Kind of feels too tight there. I don't know if it's supposed to be tight there or loose or how it's supposed to feel. I don't know. Hopefully he'll be okay. Look, я все время не могу Baby Bjorn использовать, когда готовлю, потому что он спереди. And he like tries to reach for hot surfaces, and when I cut vegetables, he like tries to reach with his hands. Маркушка, маркушка. Но пока I think the most challenging part is putting it on, потому что he cannot hold on to me. When he's on my back. I don't know how he will be holding on to me like this. Because her baby is a toddler. Поэтому у него достаточно длинные ноги и руки, чтобы как бы держаться за ним. А он просто как бы лежит. И может скатиться в любой момент, когда я делаю. Он держался за тебя, он держится за тряпочку левой рукой. Does he seem like he likes it? Yes, he does.